В Твери снесут пешеходный мост к Морозовским казармам и построят новый, рядом с вокзалом. Работа по демонтажу пешеходного путепровода у двора пролетарки и возведению нового объекта должны завершить до конца года. Соответствующий аукцион объявили в РЖД «Строй». Ожидается, что затраченная сумма будет равняться без малого 30 миллионам рублей. Новый пешеходный переход планируется построить в створе улиц Железнодорожников и Колодкина. Работы по возведению должны быть завершены до декабря, а после их окончания старый виадук будет снесен. Об этом говорится в техническом задании госзакупки. Причину демонтажа указывают выявленные дефекты в конструкции сооружения, а также то, что конструкции пешеходного моста запроектированы по нормам, не отвечающим современным требованиям для организации скоростного и в перспективе высокоскоростного движения.